Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру Dragon's Dogma. Сразу хочу извиниться за звук в предыдущей серии, он получился просто ужасным, но это зависело не от меня. Так, ну и давайте разбираться, что мы тут делаем. Мы находимся в столице этого королевства. В предыдущей серии мы добрались сюда вместе с Мерседес и ее бандой, как бандой, с солдатами. Сейчас нам нужно помаленько тут осваиваться, у нас вроде как появилась куча квестов. Допустим, такие как «Поговорите». Так, это похоже наш главный квест. По этому квесту нам нужно отправиться в гильдию пешек и, ну, то есть последователей, и разобраться, что да как, где это здесь находится. Где-то близко совсем. Нет, не так. Нужно сделать этот квест главным. Теперь им нужно его показать на карте. И все же не показ. Ну, где-то тут, короче говоря. Давайте помаленьку осматриваться, что у нас здесь вообще есть. Он когда-то работает. Камень долбит. В наши дни, говорит, хорошее оружие не менее важно, чем хорошая еда и хорошая, ну, типа хижина. Так, что нам можно продать? Гниль всякую, допустим. Ладно. Пирог. Пирог только для кидания, поэтому он мне не нужен. Так, что еще тут мне нужного-то? В принципе, все хорошо. Это что? Это для смешивания. Ничего особо такого не нужно. Ты у нас и нет, кстати говоря. У Акаки только можно щит старый продать. И вот это вот. Так. Да, Round Shield. Rusted Sword. Так, это что? А, ну понятно, это мы с одного из бандитов подобрали. В результате 816 г подняли. То есть золото. Давайте посмотрим, что же у нас есть. Так, оружие. Это не наше. Ух ты, хорошо. У нас сейчас сила 145, а с этим будет 170. А с этим 196. Для него какие-то особые требования нужны, нет? Стилеты. Вот это я хочу. Ладно. Так, что еще тут может нам пригодиться? Лук новый, отлично. Такой вот сильванский лук, 168 против 140. А это какой-то магический, но я его почему-то... То есть он ничего не улучшает, похоже, да? Магический арчер какой-то нужен для него. Пока что у нас нет ничего подобного, поэтому вот этот лук мы возьмем. Благо, стоит он не так, чтобы очень дорого. Хорошо. Так, на голову. О. Ну ладно. Так. Скалкер. Вот это неплохую защиту дает, да? 162. Вот это тоже неплохую. Но я, пожалуй, все-таки предпочту вот такое вот. Выглядит, конечно, глуповато, но тем не менее. Так, пока так оставим. Тут у нас рубаха. Под жилет. Вот это, по-моему, неплохая. Ну, надо сказать, что чего-то прям по-настоящему такого хорошего я не вижу.
Protection. Но если только вот так, чтоб попу прикрывало. Стоит, конечно, дофига это дело. А, подожди, если я беру вот это. Ну тут видок, конечно, получается. Блин, я не знаю. Пускай, пускай, ладно. Далее, что еще мы можем своему персонажу присобачить, пришпандорить? От этого магия плюс один. И какой-то непонятный дебилитейшн. Сопротивление от дебилов, что ли? Так, железные браслеты. Это нам пригодится. Хорошая защита. Допустим. Но с весом, конечно, уже серьезные проблемы начинаются. Так, у нас сейчас деньги кончатся уже. А как и похоже, пока что без одежды будет. Так, что у нас тут? Это что-то мне как-то не особо нравится. Вот это даже и получше. Так, вот так у меня денег уже не хватает, да? Давайте пока такую возьмем, что ли. Сопротивление магии вообще никакущее, конечно. Так, вот неплохая вещь. Так, ладно, у меня денег на них не хватает. Так, и дальше вот такой вот небольшой, я думаю, нам пригодится плащик. Или что-то типа вот этого. На этот уже не хватает. Ладно, это все пока остается на потом. Сейчас главное, что мы купили кучу неплохих вещей нашему персонажу. Давайте это все экипируем. Во-первых, стилеты наши новые. Экипировать. Во-вторых, лук наш новый. Экипировать. Старый сейчас продадим. Далее. На голову глуповатый головной убор. Экипировать. И на тело вот такую штучку. Ну, в принципе, наш герой стал выглядеть странно, но, тем не менее, вполне неплохо, да? Так, наручи. А на ноги у нас особо ничего уже не получилось денег взять, да? А, нет, получилось же. Так, вот так, хорошо. Теперь... Нужно продать всю нашу вот эту вот то, что у нас освободилось. Достаточно глупый вид у персонажа, надо отметить. Но ничего, я это переживу. Так, с этим разобрались. Это продаем тоже. Тоже не особо нужно. Это нам тоже без надобности. Штаны кассарди. И все получается. Не так много денег осталось. Давайте посмотрим, что за enhance. Допустим, стилет хочу улучшить. А, понятно, за отдельные деньги. Давайте лук улучшим, что ли, потому что у нас же лук вообще практически не стреляет. Что это дает? Поначалу материалов не нужно. Чем дальше, потом нужен какой-то корень. Такой. Тоже все не очень просто. Ну хорошо. А с этим что? То же самое. Все, капитально потратились. Ну что ж, вид, надо сказать, глуповатый. Но... В целом, лучник неплохой получился. Так, давайте осматриваться в этом городе. Дверь закрыта. На удивление, я думал, тут все двери открыты. Так, там разгрузка идет. Пока что дорога перекрыта. Говорит, недолго, потерпи. Ладно. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Так. А там у нас, кстати говоря, что... Здесь, я так понимаю, продают всякие ништяки.
Да, тут продают всякие лечилки и тому подобное оборудование. Но тут нам ничего не нужно. У нас поэтому все неплохо. Ладно, осмотримся дальше, оттуда мы зашли. Неплохой такой городок, чисто европейский. Тут таверна, похоже. Здесь, говорит, варит эль. Сюда многие приходят его выпить. Послушать истории. А где именно, я не понял. Похоже, такие наивные люди живут только в Касардисе, в которой держат двери открытые. Здесь можно брать разнообразные мини-квесты, типа там... соберите 20 жетонов искателей. Ну, короче говоря, вот такие вот небольшие квестики, которые, в принципе, сами по себе неинтересны, но их нужно выполнять, чтобы прокачать персонажа. Этим, я думаю, между сериями буду заниматься. По идее, кстати говоря, их можно набрать, просто не обращать на них внимания, а как они сами по себе потихоньку будут выполняться. Так что возьмем вот этот. Вот этот. Так, что ты мне скажешь? Это похоже по одному из квестов. Ты, говорит, я понял, так работаешь под заказ. Even in these dire times, desires abound. Where desperation, as long as man yet dreams, this world will manage well enough. Mark my words. Человек, говорит, удивительное создание, даже в такие времена все равно мечтает о чем-то хорошем для себя. Пока человек, говорит, об этом мечтает, мир будет держаться. Попомни мои слова. That makes folk in the trade of making dreams turn true the saviors of the world, eh? Folks like you and me. И вообще, говорит, те люди, которые, собственно, продают, в общем, делятся мечтами, могут превратить их в явь, становятся спасителями мира в такие времена, верно? Такие, как ты и я. Если, говорит, хорошо, работу делал. Так, подожди, чему у него за квест взяли? Набрал от квестов и теперь... Даже не понимаю. Так. Нужно идти... в Вичвуд... отдать Селене, Селене из Грансиса травы, чтобы получить. Так, понятно. Ну, как я и говорил, это все подождет. Большущий город. У нас что? Тут, похоже, какой-то еще торговец. А нет, это частный дом вроде бы. А, парикмахерская. Ух ты. Хорошо. Welcome. The Arisen, is it? I've heard Devon, if it please you. I was a doctor before taking up a barber shears. Сначала доктором, говорит, была. I'd like to do better business playing sawbones again. What will it be today, hmm? Так, давайте мы как я пострижем. Блин, у нас денег не хватает, мы бомжуем. Ладно. Небольшая такая деталька, но работает на игру. Мне это нравится. Закрыто. Высоковато. Так, ладно, тут, конечно, хорошо. А мы отсюда пройдем? Нет, интересно, гильдии пешек. Ну, как-то да, как-то криво, но пройдем. Заодно осмотримся.
Вот эти пешки, мне не нравится, что они... А, это сэр Йолан. Не нравится, когда NPC из воздуха появляются. Так, погнали. Большой город. Давайте уже разберемся с этой гильдией пешек и что они нам дадут вообще, какие задания. Вот она, я так понимаю, да? То есть прямо тут было. Рук там говорит, что стал знаком с этой зоной. Хорошо. Так, ну здравствуй. Ты тот самый восставший, о котором говорят люди из войск. Прости меня. Я говорит, не ожидал, что так персонаж такой, как ты. Не легенда, в общем, а существует в реальности. Так, давайте, говорит, по новому все начнем. Что-то он на самом деле, а то его не туда понесло. Это Асалам, мы в его гостинице. Кроме всего прочего, он тут еще занимается небольшими сделками всякими. Надеюсь, это, говорит, первый и не последний твой визит. Я к твоим услугам. Хочешь что-то выучить о Легионе Последователей? Самый быстрый путь об этом узнать, это на западе, в общем, отсюда лежит. Там ты найдешь гильдию последователей Гранд Сорена, ну, то есть этого города. Там место, где они собираются. Скажи просто охранникам, что у тебя дело с гильдией. Они тебе дадут пройти. Так, ладно. У нас денег не так много, поэтому мы не будем тут спать. Что такое change vocation? А, это изменить класс, понятно. Рейнджер. У нас же был страйдер был, маг. А чем рейнджер отличается? Сорсерер. Мистик Найт. Ассасин. Вот, вот это наше. Хорошо. Так, он работает и с помощью мечей, и с помощью кинжалов. А, ну если ты... Подожди, нет у него, видите, и меч... И лук. Ага. Так, вот это я хочу. Или может мне остаться с кинжалами? Magic Archer. Он работает и кинжалами, и посохом, и магическим луком. Ну, помните, мы там магический лук видели, продавался. Но вот это вот достаточно интересно. Конечно, выглядит он достаточно ущербно, но это же одежда. Просто одежду можно сменить. А вот то, что он может и мечами драться, и щит использовать, и лук, и кинжалы. А вот этот простой страйдер, это достаточно примитивно. Рейнджер тоже неплохо. Рейнджер, он, похоже, пользуется... Короче, урон наносит больше... луком. Так, ну что ж, пойдем. Вы, ребята, блин, не идите вперед к батьке, а? Короче говоря, мне нужно, похоже, в ассасина будет переделать персонажа. Или остаться уже этим, потому что, как вы видели, там vocation. State your business. Обозначьте, говорит, свой интерес гильдия последователей, верно? Ладно, проходи налево. Ладно, говорит, только не светись особо. Так, здесь попроще район. Эти двое уже знают, что оно там. Видимо, с кем-то из других игроков побывали.
Поэтому сразу туда побежали, и мне подсказывают. Здесь, говорит, похоже, живут торговцы. Открытое место. Так, ну что, давайте осваиваться. Ух ты, магический щит. Я так понимаю. Прикольно. Неплохой наряд. Привет, 10 уровня, Элис. Нет, ты мне не нужна. Хотя ты, конечно, у нас чисто в труселях и с голой попницей ходишь. Но нам в первую очередь нужны бойцы. Девок сами найдем. Так, что у вас тут за задание? Победите 36 скелетов в регионе катакомб. Хорошо, возьмем, как будем в катакомбах, убьем. Победите 2 огров. Регион. Так, победите 45 кроликов. Ну ладно. По дороге, если встретим, будем рубать. Вот еще таких квестиков набрали. Добро пожаловать, восставший. Мы ждали твоего прихода. Этого последователя зовут Барнби. Я заведую, в общем, интересами гильдии последователей. Гильдия служит местом, где последователи отдыхают, а также вратами в Эверфолл. Что такое Эверфолл, мы, видимо, узнаем попозже. The Everfall lies beneath Grand Sorin. It is a place of great importance to our kind. Эверфолл лежит ниже Гранд Сорена. Это место очень важно для нашего вида. But for now, let us rejoice in the coming of the Arisen, the light that guides the Legion. Но сейчас, говорит, давай порадуемся приходу восставшего, свету, который ведет Легион. Хорошо, денежку получили. Сейчас сможем стать... Так, у нас уже 15 уровень, да? Так, здесь у нас Рифтстоун стоит, опять же. Но мне он, в принципе, пока не сильно нужен. Конечно, у нас Рук и Сага, они не прокачиваются. Ой, не туда зашел. То есть у меня 15 уровень, у Акаки 15, а у тебя все так же 12, у тебя все так же 12. Но пока что вроде хватает. Где-то уровня через 2 уже надо будет с ребятами, к сожалению, прощаться. Так, что дальше? Что от нас хотят? Так, квест. Это все как раз таки такие неважные квесты. Нужно взять сюжетный дальше. Ух ты, какой здоровяк. 14 уровень, Свонсон. Свонсона, не заменишь ли ты мне... как его там зовут? Замени-ка ты мне Сагу. Прощай, Сагу. Ты мне неплохо помогал. Пока-пока. Так, что дальше? Что от нас тут требуется? Не совсем понял. Так, что это такое на карте появились за отметины? Так, в общем, квест. Да, это все вторичные квесты. Нам, похоже, сейчас к замку нужно сходить. Пока что не очень понятно. Ну, видимо, так. Так, маг бы нам, конечно, тоже поновее. Ну да ладно. Сейчас мы можем своего персонажа переделать уже в ассасина. Блин, а я только купил себе новые стилеты.
Ладно, пока что давайте так оставаться, что ли? Хорошо. О, что это у нас такое? Merciful Maker, please, please, no. О, говорит, нет, господи, нет, нет. Sir, I know it is not a matter fit to thrust upon a passing stranger, but... Я знаю, говорит, что такие вещи не просят у первого встречного, но... Please, I ask only that you listen a while. Just a short while. Ну, пожалуйста, говорит, чуть-чуть меня послушайте. Thank you, sir. Спасибо, сэр. This child is... Это дитя, это мой сын, был моим сыном. Was my son. Его несколько часов назад его сердце остановилось. Всегда слабый. Он с детства был слабым. Я с самого детства знал, что он долго не проживет. Ну, то есть всего детства. Но, говорит, как бы там ни было, меня просто приводит в ярость мое бессилие. Я, говорит, что только не пробовал, чтобы как-то вернуть его. Даже магию. Даже проклятие. Все что угодно, лишь бы вернуть его. Я знаю, это безумие, но тем не менее. Пожалуйста, прими вот это. Первый из этих камней я купил у торговца для моего сына. И он вместе с нами пропутешествовал в моих путешествиях. Gather rocks such as this together, he said, and even the dead shall wake. Он сказал, что в этих камнях мощная магия. Соберите вместе все эти камни, он сказал, и даже мертвого можно будет вернуть. Not that I am one to blindly believe in such things. Я, говорит, не верю в эти сказки. Но тем не менее попробовать-то стоит. And so I searched. И я искал. But by the time I found a second, но когда я нашел второй, behold, pursuit rang hollow. Короче, когда он нашел, что-то нехорошо пошло у него все. It is a vain hope to seek immortality in such trinkets, I know. I felt a fool for having never believed it. Но как бы там ни было, он считает, что это все глупости. Так, ему нужно вейкстоунов еще принести при возможности, да? In my search, I've come my some claim the stones came from beyond the rift. Another, if that is, but no. Так, понятно, как у нас будут эти камни, мы к нему вернемся. Ну что ж, интересный квест, похоже. Квесты здесь вообще очень интересные. Ну, за исключением вот тех, которые мы на доске брали. Они не интересны, они чисто на фарм, на кач. А такие вот, которые в городках берешь, вполне себе ничего. Что еще тут есть? Блин, огромный замок какой. Будь это какой-нибудь Demon Souls, нам бы этого замка хватило, чтобы пол игры бегать. Но там, конечно, вообще просто гейм-дизайн, то есть дизайн уровней просто офигительный. Там столько ходов скрытых всяких. В этом плане игра вне конкуренции вообще. Я, честно говоря, не знаю, куда мне идти. Насколько я понял, нужно идти куда-то... к замку главному, но где он находится? Там увидите Мерседес. Так, амбар. У нас хрюшки. Ладно. Давайте посмотрим, что дальше. Тут, мне кажется, уже выход. Ух ты, хочу. Интересное место. Обожаю замки всякие. Так, и куда же нас это привело?
На крепостную стену, да? Такая штучка у нас уже есть, она достаточно бесполезная. Ее вроде как подарить кому-то можно. Ну и все. Так, куда же я иду? Тут у нас подъемный механизм. Ворота поднимать. Но я не настолько здоров, чтобы утягать. Новые стрелы. Надо будет с этим стрелами попозже разобраться. Так, сюда не входить написано. Тихо, кто там что творит-то? Пугает меня. Парфюм взяли. Кому-нибудь подарим. Так, не входить, тоже понятно. Так, ребята, отойдите, мне нужно спуститься. В принципе, достаточно интересно было. Так, а подожди, не отсюда проход. Надо еще повыше подняться. Забыл, пардон. Не знаю, вот этой игре единственное, чего не хватает, это графона. Была бы она на каком-нибудь CryEngine третьем, это было бы вообще просто настолько шикарно. Но даже в таком виде я ее готов, то есть закрыть глаза на графику из-за обилия разнообразных интересных деталей и возможностей. Так, там у нас наверняка лежит еще один сундук. Так. Королевский знак. С той стороны мы еще не были. А где-то вон там у нас Кассардис лежит. Так, ребята, вы что, отстали? А нет, бегут. Подожди. А, рук уже перед нами, понятно. Интересно, интересно. О, толчок. Хорошо, даже такие детали реализовали. Внимание к деталям. Важная часть, неотъемлемая часть хорошей игры. Все должно быть продумано. Ребята, ой, блин, чуть не упал. Ребята уже запыхались за мной бегать, пока я тут осматриваюсь. Так, тут у нас ничего. Ну, в целом, ничего прям уж такого хорошего не нашли мы. Но было интересно. Так. А как я нашел еще один? А, еще одну дуделку. Так, теперь нам нужно побезопаснее как-нибудь спуститься. Куда я пришел вообще? Где я нахожусь? Ага, понятно. Я уже практически около выхода из города. Так, тут у нас гильдия пешек. Как же нам попасть? Это что такое? Waypoint. А замок у нас, похоже, где-то вот здесь, да? Так, то есть нам сейчас нужно налево будет повернуть. Куда-то вон туда. И при этом не убиться. Но тут, я думаю, будет нормально. Так, мы попали в квартал благородных людей. Здесь богачи живут. Здесь у нас циркушка какая-то, я так понимаю. Да. Хорошо, давайте посмотрим, возможно, они нам что-то предложить смогут. Судя по всему, нет.
Древний свиток. Что за древний свиток? Прям-таки Elder Scroll. Так, его шрифт трудно прочитать. Ну ладно, пусть будет. Пока не знаю, для чего он нужен, но тем не менее. Лишним явно не будет. Сейчас уже ночь наступит. Ух ты, какой домино. Нехило. Давайте наведаемся. Поместье рыцаря. Ух ты. Тырим, пока никого нет. Еще один древний свиток. Дверь закрыта, к сожалению. Так, тут все пока, да? Так, ну и что? Это еще один дом. Тоже с закрытыми дверями, я так понимаю. А это мы уже идем к замку. Не уверен, что нас сюда пустят. Hold. None may enter the castle without permission. Стоять! Без разрешения в замок вход воспрещен. Это сэр Максимилиан. Да ладно? Дракон. I welcome the beast. Пусть приходит. Death in combat is but a final glory, a young warrior. Смерть в бою — это высочайшая честь. Верно, юный воин? Неверно. Так, но сюда нас пока не пускают, понятно. None may enter the castle without permission. Да-да-да. Ну что, тогда пойдемте сменим класс на что-то более такое подходящее мне по стилю геймплея. Я думаю, либо на рейнджера сменить, либо на ассасина. Если, конечно, там спать еще не легли. И потом переночуем. Только найти нужно это место. Я пока что в этом городе слабо ориентируюсь. Вообще город офигенный. Мне очень нравится. Как и все в этой игре. Так, врата замка. Тут мы заходили. Кто among you has seen the dragon? Who saw it raise a village on the southern shore? Не-не-не, только не ты. Еще один святоша, как в этом прям. Duke's brave enlistment corps has dispatched the foul Hydra, what terrorized the Southlands. Голос Шатая говорит, слышите, слышите. Не говорите, что не слышали. Говорит о том, что Мерседес убила Гидру. Короче говоря, мы тут вообще ни при чем. Все дела сделала она. Так, где у нас здесь можно переночевать? Глашатай рассказывает, в общем, о том, что в южных землях была зарублена гидра. Бесстрашная Мерседес приложила к этому свою руку. Своим смертельным ударом снесла ей голову. Так, еще не спишь? Давайте мы Акакия пострижем. Так, ну где-то на 1000, наверное. Изменить стиль. Нет, вот так вот. Давайте его сделаем каким-то, я не знаю. Отойдем маленько от стиля Зангиева. Попробуем что-то новое. Вот такое вот, допустим, да? Ну, афро-то ему. Хотя, блин, афро, в принципе, на нем неплохо смотрится. Во! Какой опасный мужчина. Так, с бровями у тебя что? Вот, пусть морда позлее будет. На лице. Маленько подбреем тебя, чтобы ты у нас был вот таким вот уже брутальным пареньком.
Так, ну и в принципе все. Все, что нам нужно. Маленько тебя приукрасили. Блин. Принять изменения. А мне пока что мой персонаж устраивает. Кто-то говорит, что он на Азиса похож. Ну, в принципе, да. Нужно будет его тоже маленько изменить потом. Но пока что ладно, пусть будет такой, потому что он у нас все равно замотанный весь. У него все равно ничего не видно. А как я посмотри, какой суровый стал. Так, где у нас здесь... где у нас здесь находится гостиница? Пока что не запомнил, к сожалению. Так, вот она, да? Это значит, нам нужно назад. И какой в игре офигенный саундтрек, все-таки верно? Так, что же нам выбрать для нашего воина? Рейнджер. Так, у него упор на лук идет. Он большая угроза именно издалека. У ассасина плюс то, что он может пользоваться вообще всем. Magic Archer. Может вот этим стать? Блин, ну он офигенный, да? Но ему придется лук новый покупать. Магический. Давайте им станем. Что-то мне резко захотелось с примесью магии быть. Вот так. Так, и теперь... Да, нужно будет новый лук купить. Так. Ой, подожди. А чё я голый? Мне теперь придется по новой себе всю одежду, что ли, покупать? Почему ты старую одежду не хочешь надевать? Экипировать твою шапочку. Экипировать твою рубашечку. Почему ты все снял-то? Нарциссист. Это было странно. Хорошо. Потихоньку приоделись. Так, ладно, да? И колечко наше. Так, теперь давайте посмотрим. Там еще народ спать не лег. А, подожди, оружие еще не экипировано. Так, weapons. Equip. Это equip, к сожалению, не можем. Видок, конечно, у меня в этой броне вообще какой-то никакущий. Так, давай посмотрим. Сколько стоит этот меч? Нужно на него копить будет. Магические 12200. Довольно-таки дофига. Но, тем не менее, я думаю, стоит на него накопить. Так, ну и ладно, давайте ночевать, что ли? Понятно, потихоньку наступаем на разные грабли, потихоньку осваиваемся, обучаемся. Для кого-то, возможно, это выглядело по-дилетантски, то, что я сначала лук прокачал тот, потом переключился на другой класс. Но, тем не менее, что-то меня прикололо вот этот магический лучник. И, по-моему, это достаточно интересный будет класс именно для геймплея. Так, давайте отдыхать до утра. С утра в следующей серии. Эта серия у нас, по большей части, мы осваивались с этим городком. В следующей серии пойдем уже... Так, наш последователь вернулся с задания. Что принес? Принес руды. Ну ладно. Больше ничего не принес. Здоровяк наш.
Да, в общем, в следующей серии, я даже не знаю, у нас столько квестов, но они все какие-то не критичные, то есть ими можно заниматься, но мне хотелось бы что-то более осмысленное, а по дороге уже выполнять вот эту вот всякую мелочь. Но, тем не менее, раз других пока не дают, будем заниматься этими. Не знаю, маленько еще осмотримся, я думаю, по городу. Так, что ты так долго-то к серверу коннектишься? Алло. Да, бывает временами. Вот именно из-за этого я все-таки сетевые игры и не люблю, потому что их, как правило, хреново оптимизируют в этом вопросе. Не знаю, не любитель я большой этого дела. Если уж делаешь, то делаешь как в Dark Souls, то есть вообще ненавязчиво, в Demon Souls. То есть игрок даже толком не понимает, что он в онлайне находится постоянно. Просто иногда видит новых этих всяких фантомов и тому подобное. Так, ну ладно, а как я там что-то наворовал? Увидимся в следующей серии. В следующей серии двинемся вперед. Непонятно пока куда именно, конечно, но куда-нибудь, я думаю, двинем. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.